трамвай, летающий по небу, кот, выгуливающий собаку на поводке. Глядя на эти картины, действительно попадаешь в другую реальность. Проект самарской художницы Евгении Тарасовой – это возможность увидеть родной город по-новому. Выставка запланирована как новогодний подарок нашему городу. Запланировали именно сделать городскую тематику. Но так как я не художник, реалист, то у меня изображение немножко фантазийное везде. С такой хорошей жизнеутверждающей позицией. Поэтому мы решили назвать выставку «Параллельной реальности». Выставочное пространство заполняют знакомые всем с детства образы. Тут и парк имени Гагарина, и грациозная ладья, и старинные самарские храмы. Органичным дополнением к проекту стала аудиокнига Владимира Миклавчича «Арка». Мне предложили, я с удовольствием согласился это сделать, потому что ряд картин здесь именно о Самаре, причем сделанных с любовью, таким неожиданным ракурсом. И как раз есть фрагменты о городе, и они удачно как-то совпали. Персонажи на каждой картине живут своей жизнью. Катаются на коньках, играют в снежки, ловят рыбу. Но особое внимание приковывает к себе кот. Бродяга, спокойный, ловкий, эдакий уличный господин. Именно этот персонаж объединяет воедино всю коллекцию. Параллельные реальности Евгении Тарасовой будут удивлять посетителей до 31 января. Юлия Север, Сергей Баскин. События.